Толстый. Но я и такой и был. Я красивый, мне кажется. Лапочка. А кто? Мне нужна Кралька или Клота, чтобы они сказали своим голосом, типа, подписывайтесь на канал. Так их нет. Подписывайтесь на канал. Спасибо, ребят, спасибо. Все здесь? Олег, тебя присамонили? Дайте бафы друиду, пожалуйста. Давай, МК, я обновляю, ты мне уже обновил. Все бафы на мне есть. Мы стопаем ДПС? Вы как сейчас бьете? Нет, конечно. Да, стопаем. На скольки процентах? На 87% 85, стоп ДД по боссу, пожалуйста. 87 и стопаем. Ничего сейчас не прожимайте, пожалуйста, копии, крылья, валькиры. Ничего не надо. Начинайте. Поклон Агри. Пей. Не бейте пока босса, а до река подальше. Ладно, бейте. Бог с вами. Не прожимайте бурсты, пожалуйста, если у вас все хорошо с ориентацией, вы на Твиче стримите или не стримите. Не прожимайте бурсты. Ждем зеленого слизня, идем с ним к столу, незамедленным его. Стоп ДД по боссу, мальчики, мальчики и девочки, стоп ДД. Сука, кто не стопает ДД, за ними уже выехали чеченцы на шестерке. Ждем зеленого. Хот и кукли, два друида. Все в зеленого. Мне кажется, либо он скоро танчит профа. Это ДК вроде. Сбежались в цель, сбежались в цель. Добили. А, переходка, быстрее, быстрее добили. Давайте, все к столу побежали. Смотрим по дебафам своих слизней. По дебафам своих слизней играем. С зеленым дебафом далеко к столу. Бьем слизней. Цель красного убегает, цель зеленого ждет, когда в него сбегутся. Следующую цель зеленого, сбегаемся в цель быстро. Красные приготовились, смена. Все. Конечно, ты портанулся охуенно просто. Мы все сбежали с тебя, а ты портанулся. Кот, подними, пожалуйста, Кортеса. Сбегайте в следующую цель. Встанешь сама? Уже нет. Эрдру, поднимай Машулечку. Какой именно? А, поднимай, Олег. Все, второй поднял уже. Давайте, бьем босса все. Сова, Иннер, Машулечки. Олег, поднимай Войда. Бафы поварам, локам и шаманам раздаем. Все в красного. Играем в красного. Можешь вместо креста кинуть пока что каску, потому что я не могу. Красный, беги, пожалуйста. Играем в красного. РДД в звезду паркуемся, в звездочку. Паркуйтесь в звезду, пожалуйста. Господи, РДД. Зеленый выходит, паркуемся в звезду, ждем зеленого. От пельменей вправо, ближе к центру. В звезду все. Бьем зеленого. Дайте бафы по локам, пожалуйста, будьте добры. Кто кулаки бафает, каску локом, пожалуйста. Кто бафает кулаки? Каска сидит в кукле, я сказал, пускай тот, кто крестит. Я же сказал, кто бафает кулаки, каску локом. Чем локу кулак, блять? Ёп, идите в жопу, Трися. Молодец, мертв. Значит, Трися, бафнуть не каску, пожалуйста, Лока. Красного смотрим. Все в красного играем. Кто у нас мертвый там? Сова, подними, пожалуйста, Вара Англи. Сколько переходов? 35? 18 миллионов, где-то 18-100. Назад, слизня. Стоп ДД, да. Стопаем ДД, стоп ДД в профа, убрали петов. Стоп ДД, в звезду все. Петов уберите от профа. Переходи. Направляйте их в зеленого, все зеленого играем.
центр, милики в центре стоим. Давайте, добиваем, переводим босса. И все к столу. С красным, с зеленым, насрать, с чем к столу идем. Смотрим по дебафам. Давайте, играем в слизней. Все в слизней играем. Давайте рост. Цель зеленого, в следующую сбегаемся. Быстро сбежались в цель. Красный, смена, приготовились. Те, на ком красный, быстро бежит. Боб, Трися, готовь. Он меня выбрал, если на мне был красный дебаф, он чё? Это баг. У вас слизня может выбрать одного человека, как тебе повезло сейчас. Баг уже исчез, когда босс начинает двигаться. Это очень грустно. Давайте, добиваем профессора Мерзоцизда. Чему вот это сообщение на плече не заблокировали бы? Накрутку предлагаю. Замечательно, почти никто не умер, кроме 4 БРов и 2 мертвых людей, почти никто не умер. Покоритель. А как модерировать чат мне самому? Вот я могу удалить сообщение? А что там пишет? Они в варенье от ТВРК? Поиск кому-то надо. Неподходящая цель. Если бы я забрал, я бы умер, а ты бы не смог меня реснуть. Вот и все. Пашка, ты пришел, Паштек? Да нет, там... Джейми, бери Чезаро, он меня заменит. Он, чем он, тебя он... менять, если у нас есть Паша, который сейчас придет, он же попросился покушать. Ну я не знаю, тогда он Ваня написал мне, я его попросил. Ваня, если ты в РК, друг, извини, пока нету слота, братан. Ты не другом и был. Вон Пашка пришел уже. Там, смотри, у нас вайпаются танки. Танки, не вайпайтесь. У, сука, все умерли, не агрите. Дальше трэш, пожалуйста, на ком нет боя, не ловите бой. Ясно, он есть на всех, давайте добиваем, значит, трэш. Живем как можно. Приморозь трэш, ебаный кот. Я с удовольствием, но я еще далеко. Я просто пушку устал, я живу пока что. Давайте, череп. В череп играем. Кто подпрыгни в медведя? Ты что, не соображаешь, что тебя насчитаю сейчас? Давайте, следующий череп. Брось, если есть, Рома. Бери, я кайфую. Виталий Кун, на Твиче нету больше 720 качества почему-то. Ты можешь зайти на YouTube, там 1080 показывает. Бля, пацаны, ну ради, блядь, этого стрима можно не вайпаться на трэше, блядь, как всегда, блядь? Ну да, хотя бы ради стрима трэш прошли с первого трая. Сука, актуальная шутка.
Как же точно канал называется, Виталик, он поищи, пожалуйста. Давайте, резайте всех, фулл баф даем, потом только пойдем агрить. Виталий Кун, это Гудон, что ли? Спасибо, Андрей. А я тебя резал, да? Да. Я просто всех резал. Я не смотрел, кто там. Кто из тебя. Если есть возможность, поставьте столик там, я не знаю. У меня, кстати, был огненный зев, оказывается, вот он на панельке, можно было сражаться тоже на сурке. Сука, хоть еще раз, когда сбрасывай, еще раз иди. Что за маг, Рома, расскажи, откуда этот маг у тебя? Да это спиди маг, это вот это экстратон, помнишь, пресс-террор был. А где реклама в интерфейсе? Спиди еще тот тип. Я помню, как меня бомбило. Асперио, у меня нет ни одного аддона. Посмотри, какие фреймы, сука, что приедет видеть, друг. Поэтому... Я так всегда играю. Какие фреймы? Зачем тебе релом видеть фреймы вообще? Я настрою аддоны, ну, скачаю аддоны, настрою, чтоб мне нужен грид. Рома, что Рома. Что, рекаунт и ДБМ. Xperl, скачай себе вместо грида. Да зачем? Я всю жизнь с гридом. Короче, давайте танки. А кто еще в протоварах, кто-то спекнулся, парни? Акма, ты в танке, друг? Спекнись в танка, пожалуйста, Акма. Завис. О, справа. Подождите, не агрите. Подождите, не агрите, господи. Акма развиснет, кто-то... Ой, ты в протопале, в протоваре, брат. У тебя же должен быть инстинкт уже, сука, потанчить такая возможность, а ты до сих пор не спекнулся. Спасибо за подписочку, ребята, спасибо. Сейчас да, мобы пройдут. Вот тебе пройдут мобы, которые большая куча о, идет. Акма, ты развис? Ровно. Подожди. Давай левых агрите, короче, контроль и все. Давайте вниз спуститесь к звезде. Я в БДК, Марвин, ты не, молодец. Не, Акма, еще вести-то не могу развиснуть, я комбу буду релогать. Спуститесь вниз, пожалуйста, елки. Вы усложняете мою жизнь. Я должен магом подходить близко к этим, к этому трэшу, чтобы его убить. Кидай приморозку-то. Что это? Главное, короче, не стримить и резки, короче, последние. А что у вас там одна резка на КД, да? Автомен, ты в качестве в другом смотришь, да, на ютубочке? Вижу коммент, спасибо. Подпишись там на канал, поставь лайк, братан. А чё ты слышишь, Рома, я доходил на твой YouTube канал, который ты мне до этого скидывал, там не было прямая трансляция, типа, сделка, чё за фигня. Да там я тебе, наверное, скидывал ссылку на предыдущую трансляцию, ты на нее нажал, и поэтому ничего не увидел, надо было там назад выйти. Обновил канал твой, и не было, что, типа, ты ведёшь трансляцию. Ну сейчас идёт и там трансляция, короче. Сейчас я проверю, погоди. Да, на ютубе качество чуток получше. Но я не знаю, мне еще надо разбираться с вебкой. У меня, видите, вебка еще на 3.2, по-моему, мегапикселя работает только. А, ее можно даже, по-моему, 12, что ли, настроить. А у тебя морда еще больше, что ли? Был я рыцаря за контролем вот этого. Право. Войт так и не спекнулся, игнорит нас всех. Это неприятно. Очень неприятно, Славик. Ты плох. Давай контроль, пофиг. Давай контроль, агрите. Лоран, я надеюсь, тебя отпустят, дружище. Постарайся не отваливаться. Ну, если что, поменяем, конечно, куда деваться. Ты не забыл, что я после Ланы отойду? Ламура, так же точно канал на ютубе называется, введи сам, сама, пожалуйста, сам, не знаю как. Все равно Ламура написано. Если не найдешь, то в РК, ты в РК, я тебе скину ссылку, если найдешь. Но он также называется Калифорники. Завтра буду группу ВКонтакте делать, оформлять. Братишки, кстати, с профа можно рекаунт, пожалуйста, там как? Дал, не дал? 5 секунд. Да, где-то. Я не первый, что это такое? Я пятый. Давайте еще раз профа пойдем бить. Когда пародия на прицела первое место. Да, блин.
если бы ко мне сбежались, короче, вы бы увидели все мастерство. Light Shadow, если ты в РК, то и на Твиче, и на Ютубе идет трансляция, канал называется одинаково. Ваня, все сбежали, и кто портал нажал, сам проблема нет. Ваня, видите, перед тебе сбежал. Я думал, что он сдохнет, пока тебе подойдет в обратку, понял? Рома, поставь стол, есть регент, а не стол? Я не знаю как, если сейчас ты мне скажешь, какой ветки, но я знаю, что это в аркан ветки, а как его найти? Ветка интеллект, справа сверху будет этот, как у массового Арсения, у Кристофа будет штука. Да, все увидел, пожалуйста, тебе, брат, тыкай. Тыкай. Я тыкнул тебя. Акма, Англиф, тут, Англива, резни тебе, пожалуйста. Уже. Акма, развесь. Англиф, ты здесь? Рыбку можно? Артамен, Виталий Кун, у меня нет аддонов. Посмотри, пожалуйста, внимательно, фреймы даже вонючие какие-то стоят. У меня единственный работающий аддон стоит Power Hours, короче. Я нет грида. Магом, слышишь, Рома, какая-то красная штука у тебя вылезает магом, это что? Для... Это Power Hours, он меня... информирует о том, что... Типа, tell me when, я тоже юзаю Power Hours. Да, что пора стрелять, короче, огненной глыбой. И все, больше нет аддонов. Я еще пытаюсь настроить у него этот, живую бомбу, но по какой-то причине она у меня не работает, не знаю почему. А там это, таймер настраивай на взлет. Ну, у меня есть тоже, я юзаю его, короче. Ты молчишь, Рома, или что мы делаем-то? П5 ПДС можно? Он стрим... Всё, да. Он стрим... Сейчас слышно? Сейчас слышно? Да. Имя что-то тоже замолчал? Думаю, что-то смотрит твой стрим, блядь, по вреде. Кто-то только что девочка начала про стрим говорить. Каноп, ты здесь, брат? Что у нас уже минус 2. Какие невежливые ребята. Чек на пол. Давайте последний раз. Англива, Каноба нет. Сейчас будут две заменки у нас. А Каноб пришел. Там Ваня пришел. Блин, кот заболел. Сиськи там, прикиньте, кот просаться не может. Второй день уже два раза на уколы возили. Давайте, начинаем, мужики. На пол, пожалуйста, разбойник. Валанара на Поклонского, охотник Талдорама. Смотрим за агро. Да, скорее всего, Виталик будет нужен фурик. Если Арджей хочет пойти, то его возьмем. Если не хочет, то не его. Это Виталик, все. Виталий Кун, он пишет в гичате, что готов к МДД пойти. Сука, мразь. Кто замутил? Кто это? Перед Талдорамом смерти, ибо сила сферы питает меня.
Чё опять канут умер? За хила 0. А мне даже урон не прилетает. Так, не будем бэрить. Покури, короче, Ваня, смысл уже бэр тратить. Лепец, он подбей кинетику, рядом стоит. Он вытяжет. Я добью, я прицел. Хилим, хилим, никого не бэрим, короче, что за херня произошла? Кинетику держим. Я тупой, я не вижу, вы-то не тупые. Ой-ой-ой, у меня взорвалась бомба, утроп, прожмись, господи, я дал, повесил бомбу, короче, на килисет и не обновил ее. Люся, ты пришла на стрим тоже, привет. Ребята, лайки за кошку, пожалуйста, кошка на стриме. Все нормально, слышишь? Ты лучший, братишка. Кошка, которая... Миллион этих шаров на мне. Амиго, ставим лайки за кисиком на стриме. Девочки, кто там у нас, ставим лайки. Слышь, у нас... Мы сейчас Люся, упадем. У нас взрослая женщина. Нет, ну? Рома, она за что-то на меня обиделась? Кто обиделась? Эва? Я не знаю, кто это. Гришки. Стрим кто пришел-то? Кисик? Кисик, кошка моя Люся пришла. Это какой-то совет. Но это из-за фреймов, ребят, ничего не вижу, вы глядите. Ты камеру поправь. Вы умираете, а мне... Дракариса призвали, ребята. Призвали, ребята. Песня на турше. Спасибо, Редж. Ты реально мажор какой-то. Ты надонатил мне больше, чем все остальные вместе взятые уже. Спасибо. Это все из-за Люси. Только не включай, пожалуйста, свою музыку в рекаунте, потому что ее тоже нам везде слышно. Рекаунте, говорит. Пока. Брайт Коля, да. Пожалуйста, всех друзей наших. Чё надо петь? Я просмотрел, какой заказ был. Песня на душе, я играю. Ты камеру поправь, у тебя кот сбил камеру, ничего не видно. Серьезно? А, я вижу. Сейчас, сейчас. Наушники, я встану, да, ты раньше сказал. Кто-то бегал, кто-то смотрит. А, он не вреден. Англиф, ты тут? Тебя ретнуть или тебя пока? А в локу можно отойти на трэш? Поговорим. Англиф пришел? Не-не, пока он. Кто у нас? Олег, пойдешь с собой? А не, все уже. Я уже не в игре даже. Бери Ваню, Варенька. А, ультраскука, отойди, пожалуйста, на 2 минутки. Только приди к боссу, самое главное. Так, что, надо песню какую-то? Какую песню? Кто, Ваня, ты тут? Слот в ЦЛК для РДД или Фурик? ЕП, начисли и кикни англива, чтоб минуту ждать. Так он отвалился, ничего не предупреждал, короче. Зачем? Ну я говорю, ЕП, начисли и кикни. Блин, ну ЕП, если вы начисляете ЕП, то начислите, потому что я... У меня нет аддона. Славик, начисли ЕП. Или ты Серега начисли. Просто я не начисляю ЕП, когда, короче, ну типа отваливается. Это не тот человек, это не тот человек, который будет просто так офаться, там может интернет вылететь. Так он в сети до сих пор представил, не вылетел уже сколько времени. Ну, тогда не знаю, где я урка не вижу. Мне этого слизняка самбафа до сих пор вспоминают. Ты говоришь, не тот человек. Ну, кстати, да, он,
Помнишь, когда прицел вайпнул на анбафе? Не, прицел не вайпнул, это четыре дурачка, которые ВРК не слышат, вайпнулись. Там что-то, если кстати, ты нет, не слышал Варенька. Команду Варелла, который сказал, там шипы не стоят, то это твой косяк. Какого? Не было никакой команды Варелла, никто не объяснил, что делать. Я привык, как сказали, как 25 гера, только без бафа на 30%. А что-то не фартит мне сегодня. Тебя убили опять что? А да, бля. Врывная музыка такая, я так врываюсь, и тут оп, и мне лещей по щам мне. Смотри, я вот его петуша даже не в друзьях. Еще один называется в адептах, гейтмастер. Ваня пришел, 4 лока, короче. Виталий Кун, сори. Сейчас. Мы раньше слот просили. Интересненький, кто-то там, кто там, что там. Да, и меня, пожалуйста, стример мертвый, и надо поднять стримера. Даже не то, что я РЛ, я стример, пацаки. Плечи подыми. Как видели, у меня сзади меня символ Олега висит. Не, это символ Вани Будканаба. Нет, это символ Никиты Майрона называется. Эту сторону надо показать, вот он. Че ты говоришь, Рома? Что без хилов пошли? Ну, помнишь такого Никита Майрон, который на трэше перед рекламой? Да, помню, друг твой. Его Никита разве звали? Его, по-моему, Антон звали, не? Никита. Да. Вам виднее, пацики. Почему-то поклон... А где Капарь отвалился? Знал мой ак. Поклонский мертв. Капара не отвалился. Капара понял, что мы пойдем по порядку и сказал, что не на ИК. Ему кольцо только нужно с этого... свальки. Ладно, не надо это обсуждать. Просто Антон любит шмот. Он модница. А ты тоже любишь шмот, как ты тогда говорил? Че ты загоняешь? Вы все такие. Ой, я только ради шмота играю, мне вообще тут на все насрать. Я не понимаю, вы вообще кто тут, у меня шмот и все. Какой шмот? Вот он, мой братишка, волчатя. Вот он, я про него слышал. Это кто такой? Подожди, что-то я волчатя не вижу. Оп, машина. Ищу жену Эбола. Вот он, я его подловил. Просто вовремя подловил, сука. Давайте фулбаф по рейду. Мне фулбаф, пожалуйста. Рыбу поставьте, если не жалко. Пью фласку. Блин. Ну могу, конечно. Могу. Я все могу, Элайяра. Как же вы эти ники придумываете? Как свои тупые придумываешь? Нормально не формал? Дайте шкаф. Дайте шкаф, чернокнижники, да. У тебя нет прицел. У тебя приселник. Прицел, ёптать, присел, чё ты? Присел ты на бутылку. Присел ты, ёптать. Он, кстати, сам вышел, сам. Стойте, секундочку, рыбу что, ни у кого нет? Взял рыбу под Поклонским. Стойте, не пуляйте только. Чё-то у меня тоже по бафам не все гладко, дайте пристабаф. Ну, вообще-то да. Так, триксы поняли, да, кому кидать? Сейчас не пульте, ребят, кушаю рыбу, маны нету. Господи, не пульте. Пожалуйста. Ради всего святого, да? Ради всего святого. Так, ну по антифирам там разберетесь, у меня есть глыба, я скорее всего не умру, человек на пол. Сейчас зеркало не ловим, только танки вперед побегут. Готовы? Раз, два, три, начали.
почему не я-то, сука? Дайте на пол, срываю агро. Еще с пактами надо бегать, а как это делать? Я же не вижу на них, их на себе. Берите ренджеры, идите в силов. Мага не взяли, троекратная МК там. Маг, потерпи, пожалуйста, френд файр. Мы тебя после этого босса возьмем в нашу стаю. Тут МК мне. Который этот маг. Ну я уебищем этим поймал, какой-то прицел мне могут сорвать. Что за хуйня? Бля, да укусите меня, ебаный в рот. Сатанин. А вот тут, не домажьте контакт с цифрой. Не матюкайтесь, кто матерится, тот гей. А материться, то травма Джейми. Стараюсь отучиться материться, прям вполне серьезно. О, кусать, ты где стоишь, Ваня? Я стою, как не нужно. С тобой сразу стою. Я не вижу тебя. Зашел. Когда там взлет? 3 секунды. Сейчас. Зефир, дайте зефир. Флипец, гимн на ман, гимн на хп. Томас, ну давай верни, верни. Пойдите рост. Славик, тут на стриме пишут, что тебе тоже бы не помешало подстримить. Но я считаю, это какой-то неадекватный человек пишет. РК не слышно, Ром, так и задумано. Нет, должно быть слышно, Богдан. Два демона? А что, не слышно РК, как его может быть не слышно? Это же захват звука, у меня обычно идет что в колонках, то и тут. Тома, ты объясни, почему у нас два демона? Знаю. Сыны, почему у нас два демона? Кто-то можешь мне объяснить? О, все ко мне сбегаются, потому что у меня ДБМ, а мне так охуенчик. Все, Рома, я отошел, короче, за этим, за Клинским. Быстро. Давай, быстренько, быстренько. Фастом. Так, сейчас мы посмотрим, что у нас с РК. Про стримы Вайда, короче, это самое. Кажется, слышно. Все слышно, Богдан, это у тебя что-то не так со звуком. В смысле, РК на стриме слышно, Трисия, вот так, вот что да, спрашиваю? Да, слышно, только задержка секунд 10. Ну, так и должно быть, да, задержка секунд 10, Богдан. Этот самый, слышишь, Рома, говорю, тот, кто написал про стримы Войда, явно не смотрел его мувики, блядь. Блин, там какой-то ник VJVFGFFG, я не могу определить, кто это, поэтому кто-то знает Войда. Видите, Люся пришла. Блин, Люсь, попозируй. Защитник не надо, что никому не надо. Так, давайте этот трэш сосредоточимся, не АФКшим, особенно хилы. Поможем всем миром и похилим. Думал, искумая. Если честно, жесткая клавиатура и уже устал мизинчик, прям вот правда, от контрола. На капс поставь. А там на что, не мизинчиком нажимать? Ну да, то же самое, в принципе. Я
я думаю, что вот в Дискорде, я играю в Дискорде, и там, ну реально, короче, слышно четче. Не надо ничего кнопки нажимать никакие. Тут Дискорд, если. Ой, в РК, если управление голосом ставишь, короче, то. Ну, фон просто будет шумно. Ребята, кто еще не поставил лайки? Я не понимаю. Просто. А на Твиче тоже лайки ставятся какие-то или нет? Или лайки только на Ютубе ставятся? На Твиче только дизлайки, сори. Спасибо. Ничего не понял, короче, ты на меня повесил, я на Иларию вешаю, Илария, ты на Friendly Fire вешаешь, или ты отваливаешься, Илария? А то я, ты писал же. Там побежал танк уже, РДД в череп. РДД играем в череп, она блинканулась, все равно играем в череп. Ну-ка, скажите что-то в РК. Раз, два, три. Раз, два, три. Ну, вроде слышно. А кто-то сейчас есть, кто на стриме меня слушает? Там РК слышно? Нет, там только тебя слышно. Поэтому я отключил там звук и слушаю РК. Было бы лучше, конечно, круче, если бы РК слышно. Вообще все время не слышно. Брисси сказал, что слышно с задержкой. Ну, слышно только человека, который стримит на Твиче. Да, я это имел в виду. Да, кстати. А, да, но РК можно как-то включить. Не то, что РК, а сами колонки, там, чтобы все это было слышно. Ну, я когда в игру поиграю, допустим, в этот. Ну, у меня слышно стрельбу, там все. Когда я заходил на другой стрим, там стримера было слышно. Да, да, Иларан, я тебя слышу, замена будет. Только портанись из рейда, начистите, пожалуйста, Иларана ЕП, потому что... Это самое, кстати, что я хотел спросить, Олег, мне мага, примешь гильдию обратно? Да, ну гильдию обратно, не ливай только больше. Ну, конечно, это ты меня кикнул, мало, не ревай больше. Слушай, это будет очень подозрительно, если я тебе коня за донат отдам, но я попрошу всех, у кого есть конь, на тебя паролить, я думаю, так будет более-менее справедливо за донат. Слушайте, надо разобраться, что с РК делать, почему его не слышно. Сейчас мы этим займемся. Я вот аудиопоток смотрю, нам слот появился. Виталий Кун, ты пойдешь, братишка? Ваня пойдет. Ну сейчас, Вань, давай, ты хотел, чтобы я Виталий Куна взял? Давай я его возьму. Ну, нам бы РДД лучше, особенно креста. Почему у нас... А, Ваня, у тебя шипа есть без КГ? Да у нас нормально, у нас три лока, три мага. Я не вижу сильно больших проблем. Кого есть хилл спеки?
Хилс 5 есть, да? Будет на варе. Пусть Трися спекается, давайте Эрдруда Ц на рейде, а два шамана и холипал в порталах. Сейчас только мы все прочекаем. Я бить Богдан не буду, короче. Богдан зайдет сводку на коня. Хорошо, Элайер. Хорошо, давай. Начистите, пожалуйста, магу Эльяра тоже ЕП, потому что он мне предупредил, что, возможно, ему потребуется идти. Ему потребовалось уйти. Ваня, у тебя есть ШП, брат? Нужно ШП, короче. У кого-то есть рыба. Да, сейчас. Сейчас, секунду. Рыба и ШП. Ваня пошел на ШП. Ешьте рыбу. Короче, я на этого босса АФК. Вы, пожалуйста, не опытитесь со стрима. И через каждые 2 минуты дай мне ману восполнить и пробафать всех. Я сейчас... Давай МК я дам Роджеру, а ты дай Машулечке. А потом... Мы их друг другу повесим. Сейчас Ваня на приста зайдет. И будет шикарно, я считаю. В принципе, ну, приз не так. Был бы лок, 4 лока на лече вообще вас. Почему игру захватывает? Вот смотрите, я сейчас включу музыку, короче, в игре, а вы на стриме послушайте, будет звук от игры, короче, там или нет? Не сейчас. Есть на стриме звук с игры? Лучше басиста кому-то дал, Варенька надо пати дать. Где Варенька? Он же не плюсует. А, плюсует, сори. Богдан, отзовись, есть звук варкрафтовский на стриме? Не достать слишком далеко. Слышишь только тиканье. Сейчас бой начнется, еще раз послушаешь. Дашкин, привет, брат. Только клацанье по аве. Ладно, сейчас я тогда покопаюсь в настройках. Дашкин подписался. Кстати, не подписку, типа уведомление нажал, нам будет подписаться. Звука нет. Сейчас мы настроим все, чтобы было РК тоже. Да какая разница? После ребеля. Сейчас. Кого? Флипец, ты тут? Варенька, Флипец, Поклонский, Доксон. Интенсикация, прицел, friendly fire. Ваня, спекнись тоже в хила, пожалуйста, здесь, побудь в холике. Давайте, холи при СТДЦ на рейде, а РДУ тоже в порталах вместе с Ршамами. Подтверждайте готовность, прицел, friend fire. Friend fire, наверное, донатить пришел. Я озарение на этого новореньку. Давайте. Да сейчас он... Уже допьет. Дайте бафу, крест, пожалуйста. Кто будет жаловаться на калифорнике? Не надо, брат. Зачем это? Для чего? Раздайте МК по хилам и пойдем уже. Раздали. Начинаем. Поехали. Я стан, пожалуйста. Сразу запиливаем этим мобом. Ретрики. Давители справа. Так, сверну пока Warcraft. Зрители уважаемые, ставим лайки, подписываемся на канал. Я пока чуть-чуть АФК настройки, чтобы РК было. Почему раньше никто не сказал про РК, сука, если в этом же была вся суть, чтобы все нас слышали? Вы же аутисты, шутки шутите. 6 зрителей. Так, сейчас посмотрим. Кажется, эти все 6 зрителей сидят сейчас в РК с нами, блядь. Роман, ищи другое, блядь, портал. Ждут замену, смотрят, кто там косячит, кого они заменят, примерно, блин. Киньте усиление на Вальку, маги.
Леопард думает, блин, они виновали, к моё кольцо. Ну-ка, скажите сейчас что-то. Кемочки, скажу, тебя забанят. Сейчас было слышно. Сейчас скажут, что виноват. Сейчас слышно, РК? Да. Еще говорите. Да, слышно. Я сделал пацики. Да, вас теперь всех слышно. Почему раньше хотели все целка, сука? Все целка со мной, с одним мы разговаривали, бедняжки, мои зрители. Мы тут молчим, а ты не знаю. Кем с ним с одним разговаривал? Приником его разговаривал. Рома, поставьте на ивенте шкаф, пожалуйста. После портала просто. После портала в Холипал просит рост. Я боюсь, что вы не захилите, как-то рановато. Хорошо, прицел, что ты тут. Нормально. Это отлично. Ну, сами решайте. Я как бы кину МК просто Роджеру сейчас и все. Да нормально, там хило хватает. Пускай Ваня крылышко только кинет. Давайте, крылышко, рост, возложение рук, 10 миллионов не захилите. Пьем подавители все. Кот, подними, пожалуйста, сову. Не мой танк. Танки, перестаньте давать погибать уважаемым людям. Петровича выбрали. Стаки уже спали, а хилить еще 4 миллиона. Давайте, никто не АФКшит. Выходим все, потому что еще раз бой начинается заново. Тише и сделай, присел, орет. Сейчас сделаю. Дайте, пожалуйста, БР, если можно. Десендер и так откатит. Просто мут ему, да, ВРК, и все. Эх, вас, вы же ВРК можно тише сделать, что я туплю. Вот так. Спасибо, ребята! Спасибо, что вы здесь. Возможно, я скоро стану популярным. И буду вас рекламировать тоже. Будем все вместе стримить. А что ты стримишь? А тебя с работы уволили, что ли? Да не, Ваня. Я уволился с работы еще в ноябре. С работы уволился. Рома, да что такое ебланым не надо? Он пиздит, если бы он в ноябре уволился, он бы был сейчас как этот нахуй. Хотя бы как Славик по телосложению. Ты видел его Харри? Берите квест. Так я новогодние конфеты собирал. Ты знаешь, сколько я конфет сожрал? Да, что он... у тех конфет отчелы были, что интересно. Там было 120, где-то сейчас где-то под 120. Не, ребята, знаете, нет. Тут, не, Ромфик, тут смысл не в том. Знаете, Войт повар, короче, а Рома выглядает, как должен был бы выглядать Войт, если был бы поваром. Киньте, пожалуйста, ХПС с рекаунта. Киньте ХПС, кто не был в порталах. Саня, Трися, подскажи Роме алкогольную диету. Я на такой сижу, поэтому мы с Трисей одинаковые. Какая диета, нахуй? Нет, 120 во мне нет, я, наверное, 105 вешу. Где-то так. Смотри, я когда... Ну нахуй, на твой ебальник посмотреть, ты там больше меня весишь. Рома, смотри. Я как меня поменяли должность, я был диспетчером. Я, блядь, за первую вахту за 15 дней скинул 5 килограмм, за вторую еще 3. Что ты мне предлагаешь, диспетчера идти? Нет, блядь, тебе двигаться надо, ебать, я тебе вот что предлагаю. Что, мне синдром похилить или подамажить? Да, похилить обязательно, 5 хилов. Пойду, короче, валерьянка себе накапаю, пока тут трэш бьет. Ты не заметил, что я, блядь, пока был диспетчером, я хоть в ВОП заходил, но ты, может, и не видел? Сейчас кого суманут, ребята? Ребята, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, что-то зрители убывают, надо срочно писать, чтобы они заходили.
А просил сумму, мне не дали. Ты пиздел бы меньше, тогда бы дали. В смысле, это как-то взаимосвязано или что? Почему-то у этого Шинори, блядь, звание адепты, блядь.